дизайнеры Эрмана Дейли и Тони Жервина создают одежду, которая подчеркивает истинную красоту женского тела. Стиль Эрмана Жервина уникален и всегда ассоциируется с выбором лучших тканей, безукоризненными линиями кроя и внедрением новейших технологических разработок. Пока основа весенне-летней коллекции, темой которой стало путешествие по Индии, открыла бразильская супермодель Изабель Фонтана. Смесь культур, фактур и тканей, необычные детали, сложные узоры и оригинальная обработка ткани – все это коллекция Эрмана Жервина. Эрмана Дейли последовал за дуэтом Дольче Габбана и представил часть гардероба в виде уже полюбившегося тренда – сетки. Сетчатые свитера и топы он сочетает с необычными юбками от длины средней до макси. Еще одним фаворитом коллекции стало кружево. Дизайнеры украсили им все элементы одежды – топы, юбки, платья и даже брюки. Также король спортивной моды представил объемные спортивные жакеты поверх женственных платьев. Впечатление очень хорошее. Хорошее впечатление. Видите, улыбки не сходят с лица и во время показа, и после. Ну, красиво, что сказать. И доволен я, что мы так здорово сотрудничаем с первого дня с Жервина в России. Это уже наш такой заслуженный друг и товарищ. И мы идем уверенной подписью, открываем все новые и новые магазины. Палитра цветов, используемых для этой коллекции, включает в себя оттенки белого, бежевого, синего, светло-голубого, зеленого и изумрудно-зеленого.